На этот раз в поле зрения специалистов управления муниципального контроля попали торговые точки с ролетами. По заявлению администрации курорта, Анапский городской суд вынес решение о демонтаже этих конструкций. Как сообщил судебный пристав, исполнитель Михаил Поляков, в ходе рейда было установлено, что большинство владельцев торговых точек исполнили решение суда самостоятельно. На Пионерском проспекте 236, селе Витязево, на углу Курортной и Батарейной, на улице Черноморской 140 и ДНТ Дубрава, на улице Центральной 12. Собственники земельных участков Витязева, Спартанский 2, тоже не стали ждать, когда их одноэтажную пристройку снесут в принудительном порядке по решению суда, и ликвидировали ее своими силами, а также убрали заграждение с водоотводного канала. К примеру, односельчан последовали и предприниматели по улице Черноморской 134, убрав с тротуара свои незаконные ролеты. Олеся Давыдова, 39-й канал.